Комитетом по культуре и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Высшей школой профессиональной подготовки «Кайнар» проведен республиканский научно-практический семинар «Топонимы Жамбылской и Акмолинской областей». Цель семинара – систематизация, нормализация исторических ономастических названий и введение в научный оборот исторических данных, касающихся названий населенных пунктов, руководствуясь основными научными аргументами упорядочения ономастической деятельности в республике. В рамках проекта работает рабочая группа, где работают ведущие ономастика Республики Казахстан, географы, историки и картографы. Со вступительным словом выступила заместитель председателя комитета по культуре Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Кумыс Сеитова. В работе семинара также приняли участие члены рабочей группы, руководители отделов и руководители государственных архивов всех районов Жамбылской области, занимающихся сферой ономастики. Я являюсь научным руководителем данного проекта. Второй год проводится исследование по данному проекту, то есть систематизация топонимов Казахстана на основе исторического диахронии. Это о чем говорит? В прошлом году мы проводили исследования по двум областям – Северо-Казахстанской области и Карагандинской области. На основе этого было издано монографии по двум областям и предложена карта, где даются много сведений по тем топонимам, которые были исконными. На данный момент мы проводим исследования по двум областям, это Акмолинская и Жамбылская области. Мы в конце этого исследования, во время брифинга, предложим также таблизированный, скажем так, словарь топонимов двух областей, естественно, отдельных, где будут даны именно этимология, расположение данных объектов, а также всю динамику изменения топоним за весь период независимости Республики Казахстан. Семинар прошел в свободном формате. На нем был обсужден ряд вопросов, высказаны предложения. Данасамат Ахтамбердай Битаев, Ернар Сатыбалды, 77 Ньюс.